Запитання таке, а чи вистачить часу, це 3 неповних місяці, для розкрутки цього кандидата в президенти містера Ікс? І яким, на думку Дмитра, тоді має бути піар у такі стислі строки? Мог ли подумать Петр Алексеевич Порошенко 22 февраля 2014 года о том, что он станет президентом в мае? Может, он-то мог подумать, и может, он и думал об этом. Но мы же видели другую конфигурацию. Была тройка лидеров Майдана. Напомню, Кличко, Яценюк, Тягнеблок. И самые предпочтительные шансы были у Виталия Кличко. Мы это понимаем. Мы же помнятаем, как он свой шанс упустил, погодившись на пакт Віденський разом с Дмитром Фірташем и Петром Порошенком. Я не был свидетелем составления этого пакта. Я слышал об этом точно так же, как слышали вы. Я не могу сказать, Володя, что этот пакт был или его не было. Я говорю только о том, что я знаю. Но я знаю также о том, что самые предпочтительные шансы президентской кампании, в президентской кампании 2014 года были именно у Виталия Кличко. Но президентом стал Петр Порошенко. Сколько ему понадобилось для раскрутки? А вы знаете, какой у Петра Порошенко был рейтинг вообще? Антирейтинг в свое время. Такого антирейтинга не было ни у кого. После скандала и заявления Александра Зинченко, руководителя покойного Александра Зинченко, руководителя секретариата президента Ющенко о коррупции, антирейтинг зашкаливал. Поэтому здесь нет закономерностей. Здесь нет закономерностей никаких. Иногда звезды так на небе складываются, причудливо. И сегодня, вы знаете, еще одна интересная вещь. Вы говорите о пиаре, как пиар строить. Сегодня интернет дает возможность, вопреки всем прогнозам, избираться людям благодаря интернету именно. И посмотрите, Дональд Трамп тому пример. Какую роль сыграл интернет в избрании Трампа президентом Соединенных Штатов Америки? Вы имеете на увазе проекты на кшталт Cambridge Analytica? Я маю на увазі те, що сьогодні через інтернет, через Ютуб, через Фейсбук і інші соціальні сіті можна доносити до людей те, чого не дадуть зробити телеканали. Телеканали знаходяться в руках олігархів. Всі українські телеканали приналежать олігархам. І тому, звісно, олігархи будуть питатися пропускати на телеканали тих, кого вони хотят. Ну и, відповідно, не пропускати. И да, не пропускать того, кого не хотят. А в интернете ситуация другая. Вот скажите мне, где Гриценко на телеканалах? Где, на каких телеканалах показывают Анатолия Гриценко? Человека нет. А чего нет? А того, что его не показывают. Я не апологет никого, допустим, да? Я просто констатирую факт. Гриценко нет. А это справедливо? Нет, давайте ми все ж таки уточнимо, що згідно з українським законодавством, якраз під час передвиборчої кампанії всі канали мають надавати рівну частку ефіру кандидатам для ведення політичної реклами за і агітації. За деньги? Звісно. А якщо люди не будуть договорюватися з олігархами, де вони будуть брати деньги, вопрос, от тут на допомогу многим прийде інтернет. А учитывая... На інтернет також необхідні гроші? Ну и в конце концов, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты, тоже потребны гроши. Я не согласен с вами, что на интернет потребны гроши. Потому что многих будут показывать бесплатно в интернете. Из чувства протеста и из желания помочь своей стране. Угу. Так вот, сегодня в Украине зарегистрировано огромное рекордное количество людей, которые находятся в интернете. Включая пожилых людей. Очень многие пожилые люди уже заядлые пользователи сети. Поэтому, вот раньше, в 99-м году, да, выборы делали газеты, в первую очередь телевидение. Смотрите, как все поменялось. Сегодня я бы сказал, что президентов будет делать в первую очередь интернет, во вторую телеканалы. Угу. И я вам больше скажу. Подавляющее большинство молодежи до 30 лет, слышите, не смотрит телевизор вообще, не включает его. И можете провести даже опрос как угодно. Я такие опросы проводил. Я ответственно заявляю, 80% людей до 30 лет, украинцев, да, до 30 лет, не смотрят телевизор совсем. Не включают его и не умеют. На выборы вы не ходите? Значит, я вам сейчас скажу потрясающую вещь.
в которой я уверен на 100%. Если появится фигура, которая заставит, она появится, я уже сказал, до 14 числа, которая Чекаем. Заставит людей, которые хотят добра своей родине, встать с диванов и пойти голосовать, вы посмотрите, какая масса молодежи пойдет голосовать. Вы просто это увидите.